Сегодня хочу рассказать вам об одном месте в Риме, где можно сделать красивые фото. Речь идет о Витариано. Да, многие наверняка о нем слышали, многие даже видели, если не лично, то на фотографиях, потому что это одна из знаменитых достопримечательностей, она находится в центре. Найти ее можно по любому путеводителю, даже если вы прогуливаетесь по центру Рима, вы не пройдете мимо нее. Итак, как попасть туда? Нужно обойти здание с другой стороны, с задней стороны, подняться на лифте, предварительно заплатить 10 евро. Столько стоила экскурсия, когда мы там были, это было в начале 2020 года, еще до пандемии. Не могу сказать, сколько она будет стоить сейчас, но не думаю, что намного больше. Находиться на высоте можно неограниченное количество времени, но, собственно, проводить там часы напролет нет никакого смысла. Как говорится, сделали фотки и пошли дальше смотреть Рим. Ну, а сейчас предлагаю вам посмотреть то, что у нас получилось.